аерокосмічна галузь – наша гордість та надія? Як вона розвивається зараз та чи є далекі перспективи? Дізнаватимемося від гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Ірина Федоренко, заступниця генерального директора з науки і освіти Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені Макарова, кандидатка історичних наук. Пані Ірино, раді вас бачити. Добрий день. З приводу взагалі аерокосмічної галузі і всього того, що було у нас колись, і це насправді такий був прорив величезний, то як сьогодні, як зараз, чи можна сказати, що у нас є надії? Добрий день, дорога ведуча, уважаємая студія, всі, хто нас бачить. Сегодня в Украине отмечается День работников ракетно-космической отрасли, поэтому я поздравляю вас. И мы вас теж. Поздравляю себя, так. Поздравляю всех сотрудников, всех причастных с этим праздником. Желаю всем здоровья, мира, востребованности, возможности реализовать себя на таком, ну, непростом поприще. И сегодня 12 апреля, это дата, про которую не напоминают в истории, ровно 60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космос. Это был колоссальный прорыв человечества. Думаю, что трудно переоценить масштаб и значимость этого события. Это дало толчок развитию новым отраслям, новым технологиям, новым профессиям. Всего лишь 60 лет. Ну что такое 60 лет? Так, для истории, для Вселенной это вообще ничего. А скільки всього можна було зроблено? Ну і, возвращаясь к вашому вопросу, Дніпропетров, так історично сложилось, що наш рідний город Дніпропетровська, нині Дніпр, був одним із світових центрів ракетостроєння. Світових, не побоюсь цього слова. В нашому городі знаходилися і знаходяться такі флагмани ракетостроєння, це без... Ну, действительно так, Южный машиностроительный завод имени Александра Максимовича Макарова и конструкторское бюро «Южное» имени Михаила Кузьмича Янгеля. Предприятие с колоссальным потенциалом, с трудовыми коллективами, с мировым именем, которые производили и производят образцы ракетной техники, которые непревзойденные, не, ну, лучшие в мире, это правда. Вот, и все вот это в 91-м году досталось наследство Украине. Поэтому аэрокосмичная галузь, или, правильнее сказать, ракетно-космическая отрасль, была, есть и будет в Украине однозначно. Сегодня Украина принимает участие во всех международных инициативах, чтобы выйти на космический рынок, на мировой рынок космических услуг. Ну, из того, что есть, на сегодня действующий проект – это украино-американский «Антарес» и европейско-украинский ракетоноситель «Вега». Ну, вот. Так, ну, це, можна сказати, лише частина так, того, що можливо було би розвивати для України, так, пані Ірино, на ваш погляд? Ну, частина, безусловно. Мы надеемся, что будет новый толчок. Вот совсем недавно наш президент Владимир Александрович Зеленский поставил задачу запустить к 30-летию Украины украинский спутник «Січ-2-30». Планируется запуск на декабрь месяц этого года. Мы все надеемся, что это произойдет. И это, наверное, будет новый виток, не знаю, новый скачок, новый толчок к дальнейшему развитию. Потому что потенциал колоссальный, просто нужно его немножечко використати, так. Правильно использовать. Правильно. Да. Пані Ірино, з приводу освіти, взагалі того, що зараз відбувається в аерокосмічному центрі, там багато молоді, розкажіть трошки про це. Яку освіту можна отримати, наскільки вона може потім знадобитися у житті і де молодь її потім буде приміняти? У нас в місті знаходиться Національний центр аерокосмічного образування молодіжі імені Макарова. Унікальна організація. На території СНГ, ну, бувшого Союзу, вона єдинственна. Я навіть думаю, що і в світі є схожі, але вряд ли такого плану, як наш. По названию мы судим, мы предоставляем услуги по аэрокосмическому образованию. Что такое аэрокосмическое образование? Вот есть классическое инженерное образование, да? Но техника в безвоздушном пространстве и в космосе, она работает совершенно по другим законам. Даже если взять авиацию, все-таки авиация – это наш наземный транспорт, да? Он в атмосфере работает. За атмосферой, в безвоздушном пространстве действуют другие законы. Поэтому, чтобы понять, как эту технику
делать, чтобы она была качественной и работала, нужно очень специфическое специальное образование. Это и астрономия, механика космического полета, космическая физика. В общем, можно много перечислять, и тем более новые современные науки появляются, как космическая медицина, космическая биология, космическая экология. И вот ну, спектр этих курсов ну, достаточно велик, и у нас можно получить знания по, ну, по вот этим всем направлениям. Ми зараз, до речі, можемо показати, ось є тут навіть такі брошурки. От ви їх принесли з собою, то Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Макарова. Ми можемо побачити, ось що тут є, так? Тут багато, ну, всі знають, так? Всі знають, де це знаходиться, всі знають, як виглядає цей центр. Ще раз можна побачити, так? Ось будівлю. І приходити, мабуть, треба туди, так? Для того, щоб дізнатись і отримати усю інформацію, якщо людина справді зацікавилась, якщо вона хоче продовжувати своє життя, пов'язати взагалі з аерокосмічною галузю, то, звичайно, можна починати звідти, так? Ось, і тут для 9-11 класів є... Для менших, 4-8 класів, ну, тобто, насправді, тут стільки всього, і можна підтягнути знання взагалі, свої загальні, так? А можна іще і набути, і спеціалізовані знання допоможуть потім людям отримати вже вищу освіту, я так розумію. Правильно, пані Ірино? Правильно ви розумієте, ну, любое образование, оно ніколи лишнім не буває. Тим більше таке інтересне і специфічне. Дійсно, у нас в центрі може знайти себе будь-який людина, ну, начиная с 10 лет, и верхняя возрастная планка не ограничена. Угу. И навіть дорослі приходят люди, так? Навіть дорослі. Хочу подчеркнуть, что у нас все образование на бесплатной основе. И безкоштовно. На бесплатной основе. Для старшеклассников работают курсы подготовки к ЗНО по математике, физике, украинскому языку. Это тоже очень большой плюс, тоже на бесплатной основе. Для старшеклассников аэрокосмические школы, ну, очная, заочная, школа выходного дня. Есть еще масса всяких кружков аэрокосмической направленности, ну, я думаю, это аэрокосмичного спрямування. Ну, например, компьютерные, информационные технологии, лаборатория ракетно-космического моделирования. То есть масса всего, где ты можешь прийти и... получить освіту. Пригодиться вона ли тебе? Станеш ти космонавтом или ракетчиком? Это второй вопрос. Это твоє желание, это твой выбор. Но учиться у нас очень интересно. І я дивлюсь, що тут дуже багато конкурсів. Ось і конкурс творчих робіт для школярів, і дитячого малюнку, і астрофотографії, наприклад. Так? Ну, тобто тут стільки і з галактикою пов'язані, і от Україна космічна. Тобто насправді дітям є де розвиватись, і головне – це знайти місце. Так? Треба прийти, подивитися, що є, і побачити, що насправді така освіта, вона ніколи зайвою не буде. І отримують вони, мабуть, якийсь сертифікат, чи що потім врешті-решт вони можуть отримати, як скористатися потім. Давайте почнемо з того, що якщо ти вчився у нас в аерокосмічній школі, то по окончанні, після здачі определенних, ну, я бы не сказала, что это экзамены, тесты, да, то получают додаток до аттестату. Там написано, ну, что прошел обучение по таким-то курсам такое-то количество часов. Вот лет 10-15 назад это играло очень хорошую и большую роль при поступлении на профильные специальности технических вузов, например, на наш физтех, Киевскую политехнику, Харьковский авиационный. Когда начал внедряться Болонский процесс, то приходится немножко как бы корректировать это все, потому что все сейчас немножко по-другому. Поэтому мы пытаемся сотрудничать с этими вузами, пытаемся с ними наладить контакт вот в том плане, чтобы школьники, ребята, которые у нас учились и которые проявили себя, которые участвовали в различных конкурсах, конференциях городского, областного, республиканского типа, могли, ну, получить какие-то преференции, хоть какой-то один балл.
Потому что, ну, вроде как бы, да, все на равных условиях, все сдают ЗНО. Но человеческий фактор, он же всегда есть, да, то есть можно там разволноваться, как-то не так ответить. И шкода будет, дитина готовалась. Да, он так хочет, да, угу. Вот. Ну вот мы пытаемся работать в этом направлении. Вообще за 25 лет, нам в этом году 25 лет. Витаем у вас, 25 років центру. Да, мы построили такую цепочку «Школа, вуз, предприятие». У нас есть примеры, когда ребята учились в аэрокосмической школе, поступали на профильные специальности профильных вузов и потом шли на работу, ну, по профилю, по специальности и работают. Поэтому, ну, в этом наша задача. Угу. И вони можуть отримати потім не лише освіту, а ще й влаштуватись на роботу, так? Да. Виходить, що вони не дарма обирають такий шлях. Тобто, якщо людина обрала для себе, і нехай це буде навіть такий запасний варіант, якщо навіть в неї буде інша освіта, наприклад, так, да, то додатком це буде дуже непоганим. А якщо ні, то справді вже є, як то кажуть, квиток, зелене світло, і можна влаштувати. Надеемся, что это так, и правильно сказали. Даже если я буду врачом, ну, предположим, да, но получив знания у нас по космической биомедицине, медицине, это в любом случае пригодится. Тем более эти новые космические технологии, да, там лекарства в космосе, например, делать, да, это же тоже... Дуже цікаво. Це совсем, можливо, це майбутнє. Це совсем другий путь, розумієте? Це совсем все по-другому. Ну, я ще дивлюсь, що тут виставковий зал, виставкова зала працює, так? Да. І можна прийти і навіть подивитися, що тут є, які тут експонати. Розкажіть трошки про них. У нас це називається учебно-виставочний комплекс. Чому учебно? Тому що там проводяться заняття і лекції зі студентами прямо на натурних образцах. А вообще учебно-выставочный комплекс может посетить любой желающий. Можно в экскурсиях, можно просто прийти по желанию одному, с семьей, не знаю, с друзьями. Все это на бесплатной основе. У нас есть зал в закрытом помещении, вот как раз вы показываете. Тут, да. Угу. Вообще учебно-выставочный, есть экспозиция на улице. Здесь представлены все образцы ракетно-космической техники, которые были спроектированы, сконструированы и построены у нас в Днепропетровске, начиная с 1951 года. Либо представлены в натуральную величину, либо в масштабе 1 к 25. Ну, це просто все, то есть унікальні. Вся история города, я имею в виду ракетно-космическая, там представлена. Сегодняшняя... Сьогодення теж. Угу. Пані Ірино, а ось ті школярі, які приходять, от вони хочуть там вчитися, наприклад, вони групами приходять переважно? Це хлопчики чи є і дівчатка, можливо, які цікавляться космосом? Космосом цікавляться, інтересуються всі. І дівчатки, і мальчики, і 4 клас, і 8, і 11, і студенти, і аспіранти, всі. Вот я же вам сказала, значит, у нас есть аэрокосмическая школа. Если это школа, то это классы. То есть у нас есть базовые школы, которые целыми классами у нас получают дополнительное образование. Угу. Есть, как вот я хочу, да, вот это для этого существует школа выходного дня аэрокосмическая и заочная школа аэрокосмическая в Сесвит. Угу. В школе выходного дня у нас очень много из области приезжают в субботу учиться по вот этим всем программам. Ну а заочная школа – это вообще для любого человека с Украины. Пожалуйста, нет никаких ограничений. Я хочу, я учусь. Можно учиться. А чи є гордість ваша? Ким би ви могли пишатися з випускників? От що зараз вони можуть представити? І чи можуть вони, наприклад, показати якісь проекти в світовому масштабі, наприклад? Есть у нас такие выпускники, которыми мы гордимся. Вот то, что я говорила. Учились у нас в аэрокосмической школе, закончили физтех, пошли работать в КБ «Южное», а некоторые даже, ну, в мировых компаниях работают. Защитили диссертации, принимают участие во всех проектах. А вот есть у нас, работает кружок ракетомодель, кружок моделирования ракетного, да, то выпускники этого кружка стали победителями вообще
ну, команда нашего центра, она всегда принимает участие в соревнованиях разного класса, там, городских, областных, республиканских, международных, и практически всегда занимают призовые места, ну, первые, вторые, третьи. И всегда принимаем участие в международной Кубок Янгеля, есть такой, на вот, ракетомодельного спорта. Там тоже принимают участие. И вот те, кто прошел вот этот путь от пятого класса до победителя, становятся дальше тренерами и так далее, и так далее. И есть у нас один выпускник, я, к сожалению, сейчас не скажу его имя и фамилию, он сейчас готовится как частный турист к космическому полету, хочет, собирается посетить Международную космическую станцию. Ничего себе. Ну, если он посетит, то мы эту информацию опублікуємо. Обов'язково, можливо, прийдете в ефір, можна розказати, так, можливо, да, ви теж, конечно, можна запросити. Пані Ірино, а от з приводу таких новітніх технологій, з приводу тих нових спеціальностей, які зараз існують, започатковані у вас і починають розвиватись, чи є щось нове, що вдалося за цей час розробити і, можливо, конкурувати з там, іншими країнами, так, якісь технології, можливо, наші студенти вже можуть не просто їх розробити, так, а в життя втілити? Ну, я могу рассказать только о технологиях образования современных, да, так как мы непосредственно этим занимаемся. Я повторю, что мы создали эту цепочку школа вуз предприятия. Более того, у нас широкое международное сотрудничество с университетами профильными, аэрокосмическими, например, Казахстан, Германия, Китай. И вот в рамках этого международного сотрудничества мы попытались, учитывая вот Болонский процесс, привести все программы аэрокосмического профиля вот к единому виду и типу. Ну, вы поняли. Да, вот мы над этим работали, это очень-то, в общем-то, удачно получилось. И в связи, ну, карантин, наверное, подтолкнул к тому, что нужно внедрять что-то новое. Да? Хотя информационные технологии шагнули вперед давно. И сейчас у нас очень популярно образование, ну, не в очном режиме, а в таком онлайн, в Zoom-конференции. Очень популярно. Это же расширяет аудиторию, во-первых. Во-первых, затраты снижаются. Не надо никуда ехать, не надо никуда ходить. Вот. И вот буквально сейчас мы очень широко популяризируем это. И буквально сейчас у нас идет в режиме Zoom-конференции круглый стол. Знаете, каким он парнем был? Посвященный 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина. И так, по моим прикидкам, около 20-25 подключений со всей Украины. Это и наш город, и Киев, и Житомир, и Черновцы. Поэтому, то есть тут может любой человек, взрослый, послушать, выступить. У нас целые классы подсоединяются. Вот они один послушали стол, какую-то лекцию, поучаствовали в одном круглом столе. Им интересно, они уже пишут и хотят, а давайте еще какой-то круглый стол, а давайте про это. Вот так вот происходит, знаете, так, привлечение и заинтересованность. А дальше, пожалуйста, милости просим, учитесь у нас, принимайте участие в различных конкурсах. От рисования, рисование у нас, как рисование, мы с вами понимаем, и компьютерная графика, вот вы там читали, Украина космична, рисунки на асфальте есть, ну, ну, взагалі, дуже багато всього, так, очень лабораторія много працює, да. Насправді є і як для маленьких, так і для старших, для будь-якого, да, віку, для будь-якого, є можливості розвиватись в цьому напрямку. Післязавтра у нас відкривається 23-я міжнародна молодіжна научно-практична конференція «Чоловік і космос», уже 23-я. От здесь привлечение студентов, аспирантов, магистров, они имеют возможность рассказать о своих наработках, о своих исследованиях, то есть поделиться со всеми. Это, ну, своего рода это тоже образование. Звичайно, а як же? И лучшие. Це кращі люди, які можуть, да, взяти участь. Очень, вы знаете, очень, вот последние годы очень интересно, и такой, ну, популярность это все приобретает, и лучшие доклады публикуются, опять же, на бесплатной основе в специальных журналах Украины, которые, ну, вообще им нужны эти публикации для защиты
диссертации. Каждый участник получает сертификат участника. Ну, вот видите, как бы все. Так, ну розвивається, пані Ірино. Я дуже рада, що так все відбувається. Хотілося б, щоб більше, звичайно. Ми знаємо, що є багато проблем і у Дніпрі, так, і в тих от структурах, організаціях, про які сьогодні ми теж пригадували. Але сьогодні не хочеться про погане, хочеться лише про добре, про позитивне, про те, щоб все ж Україна вийшла таки знову, набрала обертів і вийшла на рівень достойний, так, і ми дуже прагнемо цього і бажаємо вам успіху. Дякуємо, що ви розвиваєте науковий підхід, так, і бачите, скільки є зараз можливостей, дуже багато молоді цікавої і такої, яка хоче працювати, яка бере участь у конференціях. Тож насправді хочеться, щоб більше її було і щоб люди приєднувалися будь-якого віку. Тож бажаємо вам великих успіхів. Чекаємо вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин. Спасибо.